Всех приветствую! С вами Юля Дурмаз и компания Comfort Homes Turkey. Это наш сайт. На нем вы можете найти квартиры для покупки, для аренды и также интересную важную информацию, которая вам может пригодиться по недвижимости в Турции. А сейчас я вам хочу презентовать квартиру для аренды. Это краткосрочная аренда. 2+1 квартира расположена на первом этаже в центре Алании. Кто был в Алании, тот знает, где находится рыбный рынок. Его еще называют вторничным в Алании. Буквально вот этой квартиры от этого дома 300 метров. До моря здесь 500 метров. Под видео будет ссылка на наш сайт, на эту квартиру. Можете получить подробную информацию и более подробные фотографии и описание. Цена колеблется от 25 евро до 40 евро в сутки, в зависимости от сезона. Ну и, конечно, если человек арендует квартиру там не на неделю, а на полтора, на два месяца, то действуют скидки. Поэтому, кого заинтересовало предложение, обращайтесь. Сейчас я вам сделаю обзор квартиры. Большой коридор. Проходим в гостиную. Кондиционеры во всех комнатах. Диван раскладывается. Кухня. Есть все необходимое для комфортного проживания. Ложки, вилки, кастрюли. Детская или гостевая двухъярусная кровать. Балкон. Также есть депо, где стоит стиральная машинка, кровать-раскладушка, гладильная доска и принадлежности для уборки. Родительская спальня с двухспальной кроватью. Также имеется выход на балкон, шкаф и кондиционер. Ванная комната. Есть обогреватель воды, но так как дом не новый, также здесь есть солнечные батареи, то есть в солнечную погоду обогревателем пользоваться нет необходимости. Кого заинтересовало предложение, пишите, звоните, узнавайте подробную дополнительную информацию. Всем хорошего дня, до новых встреч!